Как часто мы называем животных братьями нашими меньшими, но ведем себя не как добрые родственники. В России не хватает приютов и пунктов временного содержания для животных. Пока вся эта работа держится больше на доброй воле зоозащитников, тех самых людей, кому чужое горе как свое. Готово ли наше общество признать это как проблему, а власть официально заявить, что это и ее задача тоже? Готово, раз в Конституцию предложено внести такую поправку. Это значит, что мы признались самим себе в том, что нам недостает человечности. Можно ли исправить это одной лишь поправкой? Наверное, нет. Но раз она появилась, значит, мы все делаем верно. Пусть наша Конституция будет о главном, о настоящем, о вечном. Пусть она будет про добро. Такой Конституцией можно гордиться.